Прошлым летом возле мемориала Славы под колесами автомобиля погиб велосипедист. В память о нем на месте происшествия активисты установили велосипед-призрак. Это мировая традиция, то есть ставить гост-байк, велосипед-призрак, там, где вот погиб велосипедист. А обычный самый недорогой велосипед красится белой краской и к столбу приковывается цепью. Чиновники решили установить в лесопарке более позитивную и жизнеутверждающую скульптуру. Зодчий Александр Видный вылепил трехметровую фигуру спортсмена-велосипедиста. Ее видно издалека. Если бы мы его поставили на самые высокие точки, велосипедист бы стоял. А мы его чуть-чуть наклонили, и он сразу в динамике, в движении. Как я говорю, наш город – это движение, движение вперед, и он едет в наш город. Сегодня скульптурную композицию торжественно открыли. Кроме городских чиновников, к белому спортсмену приехали и обладатели металлических коней, любители и профи. Позитивный образ велосипедиста им по нраву, но и о скрытом символе не забывают. Те, кто знают о истории установки этого скульптурной композиции, они прекрасно понимают, что это велосипед-ангел. Скульптуру установили в начале старейшей велодорожки, которая идет вдоль лесопарка. Активисты уверены, вскоре памятник станет местом встречи велосипедистов для начала прогулки. Андрей Кравченко, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».